В Махачкале пьяный пенсионер МВД задушил бывшую жену и отделался 2 годами ограничения свободы. Трагедия произошла ночью 5 февраля 2019 года в Махачкале. Пенсионер МВД Тагир Велагаев в нетрезвом состоянии явился к бывшей супруге домой. Мужчина нанес ей 4 удара рукояткой пистолета по голове и задушил. Через 12 дней соседи почувствовали неприятный запах в подъезде. Труп обнаружили завернутым в ковер. Только после задержания Велагаев написал явку с повинной. На допросе он сообщил, что не помнит, как совершил преступление. Но признал, что забрал телефоны и ключи, а затем выбросил их по дороге. Сын убитой рассказал, что Велагаев не давал ей спокойно жить, приходил к ней пьяным, ломал двери. Сначала дело расследовали по статье «Убийство», но потом переквалифицировали на убийство в состоянии аффекта. В марте 2020 года советский рессуд Махачкалы приговорил его к ограничению свободы сроком на 2 года. Суд счел, что в момент убийства Тагир Велагаев находился в состоянии внезапно возникшего, сильного душевного волнения. В решении также указывалось, что Велагаев активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Через 3 месяца Верховный суд Дагестана отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Вчера советский рессуд Махачкалы вынес ровно такой же приговор, как и в прошлом году. Сам Велагаев является сыном экс-председателя Советского районного суда.